Чем мальчики, девочки, всем привет! У Иринки обед. Сегодня у меня такая вкусная картошечка на сливочном масле. Потом идут вот такие печенюшки, кстати, вкусные печенюшки. Сметана и зелень, кириешки называются. Кабачковая икра от Виталика. Конфетки, как всегда, без конфетки. И ведро кофе. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной и только вместе со мной. Что, девочки, у нас сегодня погода просто ужас. Погода, короче, ужас. Также небольшой кусочек хлебушка. Ну, а как? Короче, берем, показываю только один раз. Берем вот так кабачочковую икру ложим. Виталик еще сказал, еще отправить мне кабачковые икры. Понимаете, да? Ну, Виталик. Вот это вкуснятина. Ой, так вкусно все-таки. Кириешки, кстати, вот эти тоже очень вкусные. Люблю я поесть, люблю, да. Ну, а кто не любит? Вы все любите поесть. Вы просто молчите. Короче, выглядят они вот так вот. Такие они маленькие. Это типа, знаете, печенье тук? Где вчера Иринка была? Иринка вчера была в Андрюшке. Виталик просто друг мне. Сегодня Андрей на работе. Он говорит, Иринка, заеду за тобой вечером. И вот зашла вчера в Галамарт. Купила себе салфеточки для вас, чтобы вам лучше меня было видно. Понимаете, да? Такие салфеточки, эконом называются. Стоят 16 рублей, девки. Раньше они вообще были по 10 рублей. Пятнадцать штук. Ну, по рублю с небольшим. Одна салфеточка выходит. Нормально. Вот это блаженство, девочки. Понимаете? Также у Иринки есть слюнявчик. Вот такой красивый. Зелененький слюнявчик. Ладно, это шутка, это полотенце будет. То напишите там. Вообще, еще надо купить капусты. Да, у нас вообще снег столько выпало, вы не представляете. Очень много. Купить капустки, короче. И сделать это. Салат капустный. Ну что там? Берете капусту, морковку. У соседа возьму терку, шикарную терку. Там белок капусты за 2 минуты натерется. Вот. Надо еще болгарский перец купить. Ну, пока он не очень дорогой. Тут, короче, как-то на днях. Ну, вот, когда была у Марса, да? Это торговый центр у нас.
проходила мимо своих друзей. Знаете, не русские, не русские. Блин, он такой красивый. Он меня увидел и улыбается. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, здрасте. Он говорит, я яблоки Семеренко привез. Я говорю, пока не надо. Он говорит, потом не будет. Ну, я же пошла по делам. Что я буду таскать? И, короче, пока таскалась, он закрылся. Думаю, ладно, бог с тобой. Ну, у них такая халва вкусная продается. Обалденная. А вчера заходила в Чижик, купила мороженое. Там вообще вкусно такое мороженое. И стоит 35 рублей всего мороженка без ГМО. Понимаете? Без ГМО. Но это что значит без говна? Вкусная кабачковая икра от Виталика. Ну, знаете, что единственное, что... Что он, короче, мало соли добавил. Ну, а так она обалденная. Ну, ладно, мы уж ставить не будем. Меньше соли, меньше жира, так ведь? Все говорят, перестань есть соль. И похудеешь. И будешь стройна, как Жоли. Все хейтеры обалдеют. Потом. Девочки. Устроим марафон по похудению. Да? Откроем, короче, группу. Где? В WhatsApp. Кашель напал. Вы представляете, осталось совсем-совсем чуть-чуть до Нового года. Два с небольшим месяца. И все. И Новый год. А там весна, а там лето. И там наступит лето, да. А что летом будет, мы узнаем только летом. Вкусная, кстати, картошка. Хлебушка. У
Обалденная. А чтобы картошки было меньше крахмала, картошку чистим, да, и в холодную воду на часок. И картошка ПП получается вот так вот. Так что вы у Ринки спрашиваете, Ринка все знает. И не ПП, и ПП. О-о-о-о. Вот так вот. Там Андрюшка написал. Пишет, прелесть моя, ты проснулась? Конечно, проснулась. Ну, как вы хотели. Ну, у меня это... На бесшумном просто стоит. Кого-то раздражает моя лягушка Ква-Ква. Так вот. Ой. Ну что, Иринка наела, как бы говорится, да? А это для вас было куплено. Ну, чтобы не писали, ой, что у тебя с экраном, что у тебя с экраном. Ой. Приступаем к кофею. Кофею. Вкусный, низкокалорийный, полезный. Ладно, это шутка была. Новинка. Как так? Конфета «Вкусный кокос». Конфета вафельная, скоро мелю кокос. Ну так вот, когда-нибудь ты похудеешь. Вот это обалденно. Как это вкусно. А еще берем печенюшки. Ну, я говорю, это типа печенье Дуг. Вкусно. Обалденно. Сколько пачки? 60 грамм всего-то. Представляете, 60 грамм. Но они такие мелкие. Тут написано, аж для перекуса. Легкий, хрустящий и вкусный.
Ой, вкусненькие такие печенюшки. Это мы в воскресенье ходили с мелкой. Я купила. И, короче, купила. Что я купила? Утку. Слайм. 140 рублей. Как это божественно, вы просто не представляете. Кто сейчас пойдет снег чистить, его я не знаю. Снег, снежок. Он все летит. Не знаю, завтрашнему дню, если он так будет лететь, мы проснемся, и снега будет по колено. Да. Знаете, есть такая поговорка «снега по колено». Ну, дальше я эту поговорку не помню, так что пишите в комментарии. О, вот это да. Это вкусно. Особенно с печенюшками. Знаете, берете конфетку в ротик. Я, короче, с подружкой переписывалась сегодня. Конфеты-то я из Крыма-то привезла, да? Он говорит, какие они вкусные. Он говорит, они улетают со скоростью света. Она же не одна. Он не может есть, да. Они вдвоем как насядут. Что, я привезла ей 3 килограмма. Ну так оно. Ну, в следующий раз поеду, 10 килограмм привезу. Да нет, 10 не повезу. Нет, вот если убрать вот эти конфеты, у меня бы сумка намного легче была бы. Там только одни в конфетке килограмм 8 было. Ну, как-то так, да. Пора завязывать. А кофе допить? Но если честно, мне даже кофе не лезет. Ну, почему я наелась? Я съела тут совсем чуть-чуть. Я много не ем.
Как говорится, Иринка, почти на КБ питание. Много не ешь, и вам много не советуют есть. Понимаете, да? Это мусорка. Ой. Вкусно. Надо сейчас баварская колбаска попробовать. Вкусная, нет? Вот так вот, мальчики и девочки. Короче, ладно, девочки, мальчики. Всем пока. Всем хорошего дня. Иринка пообедала. Было очень вкусно. Ну, низконекалорийное, низкокалорийное, это уже считать вам. Как хочу, так и ем. Вот так вот. Как не хочу, так не ем. Вот эти чипсы, которые я покупала. Вот эти. Блин, такое говно, если честно. Это не чипсы. Это так. Это фигня какая-то. Невкусная. Типа они пишут из натуральной картошки. Какая там натуральная картошка? Там ей даже и не пахло натуральной картошкой. Ну так вот. Я съела их без вас, да. Я их 2 дня ела, съесть не могла. Такое г, если честно. Г. Вот эти печенюшки. И то вкусные. Вот чипсы нет. С крабом. И стоили они, кстати, 80 чем-то рублей. Это в нашем магазине. Вот так вот, да. Вчера была в городе, говорю, нет, Ирина Сергеевна, никаких больше чипсов. Обойдешься. Жри меньше. И вам советую, жрите меньше. Ладно, девки, всем пока. Мальчики тоже, у меня мальчиков много. Люблю, целую, обнимаю. Счастья, мира и добра вам желаю. Всем пока.